У компании «Рыбак Камчатки» море постоянных покупателей. Все в один голос говорят, доверяют только дальневосточным мастерам, которые коптят рыбу на натуральных ольховых, вишневых и яблоневых опилках. Доставляют деликатесы без заморозки, сохраняя полезные кислоты омега-3 и витамины ЕДА. Здесь же морепродукты и большой выбор консервов. Хочется жирненькое такое с омега-3 покушать. Вкусненько. Народ хочет настоящие сахалинской, камчатской рыбы, потому что это удовольствие для каждого человека. Процесс копчения сходен с обработкой горячим паром, в результате чего в рыбе сохраняется до 80% фосфора, кальция и йода. Здесь 30 разновидностей копченой рыбы. Белорыбица, кижуч, палтус, нерка, знаменитая дальневосточная корюшка, а также совершенно эксклюзивный продукт – царица лососевых, редкая деликатесная чавыча. Настоящая красная икра, богатая витаминами, она сразу же создает настроение праздника в доме. Приобрести все это можно до 10 сентября на выставке «Православие и мир» в отдельном павильоне на площади Северного Мола у нового морпорта «Круизная гавань 4». Ольга Десятова, Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.